Представляю вам соперников и первым бойца в синем углу. Fighting out of the blue corner. Бойцу 26 лет. Рост 183 сантиметра, вес 77,6 килограмма. He's 26 years old. He stands 183 centimeters tall. Weigh in at 77.6 kilos. Его профессиональный рекорд 8 побед, 4 поражения. His professional record 8 victories and 4 losses. Его стиль MMA. Ladies and gentlemen, this MMA practitioner representing Venice, Italy, here is Christian Prinza. Его соперник в красном углу, бойцу 30 лет, рост 175 сантиметров, вес 77,6 килограмма. В его активе 17 побед при 7 поражениях, и его стиль борьба. Дамы и господа, он из Грозного, Россия. Встречайте, Расул Шовхалов! Рефери поединка Виктор Корнеев. Как мой счет? Ну,
Dar round, round two. Дамы и господа, время остановки боя 42 секунды второго раунда. Ladies and gentlemen, we have time. 42 seconds of round number two. Победу нокаутом одержал your winner by knockout victory, Кристиан Брицан Литтлинг.
Спасибо. Я понял, что оттуда. Падо, топ-тим. Грация тута вой, кажется. Грация тута вой. Он вроде сквадра. Это девятая победа и девятая нокаут. Это десятая победа, если ты пьешь. Травмы ноги. Я все равно не хотел этот бой пропускать. Это была хорошая для меня возможность. Спасибо всему моему тренерскому составу, моему менеджеру. Это была трудная победа в том смысле, что это многие люди, на самом деле многие помогли мне. Это не я сам, это общая победа. Сразу тяжелый соперник. Это первый твой бой в такой большой лиге? Как сказать? Думаю, да. Да, наверное, все-таки да. Ты живешь в Италии, я уже про это говорил. Да. Понимаешь, да, что в России уровень ММА очень высокий. То что впереди у тебя очень тяжелые бои, тяжелые испытания. Будешь продолжать готовиться дома, конечно, или будешь ездить куда-то на сборы? У меня... Я на данный момент еще никуда не шел на сбор, пока что. Но, в принципе, есть уже на примете что-то на примете, чтобы идти на сборы, собираться. Я понимаю, что уровень намного выше в России, чем в Италии и вообще в других странах. Так что да, есть и такой план на сборы собираться. Думаешь, приехать на сборы в Россию, может быть? Это еще увидим. Ты уже сказал, что ты приехал без тренера, без секунданта, только со своей супругой. И мы видели... Потом позвал, чтобы помогла. Да, в углу у тебя был известный тоже в Москве боец из Молдавии, Андрей Чубатару. Ценные были его подсказки, ты его слышал? Конечно. Огромное спасибо ему, что дал свою disponibility, как это по-русски. Помощь, поддержку. Да, что предложил свою помощь. Я оценил это, большое ему спасибо. Большое спасибо и Анатолию Бойко, он тоже профессиональный боец, который согласился с радостью мне помочь. Еще тренеру Али, который держал мне лапы. И что сказать, большой привет Италии, всем тем, кто меня готовил. Ты знаешь, что в Лиге ЕСЕ предусмотрены большие бонусы за лучший нокаут, болевой и бой вечера. Ваш бой, твой нокаут 100% могут претендовать на нокаут вечера, так в свою очередь и на бой вечера тоже, потому что это была рубка кость в кость. Рассчитываешь на эти деньги? Ну, на бой вечера не знаю, но на нокаут вечера очень рассчитываю. На что потратишь гонорар? Ну, на подготовку. То есть все в будущее вложение? 100% может и нет, но основную часть – да. Все, удачи, успехов. Спасибо.